Закончили проклейку Mazda 5 шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, закатанные арки, крылья автомобиля. Днище все одним ковром тщательно проклеено. Готов салон авто. Тоже вот такая красота у нас теперь в салоне. И тишина. И второй слой. Проклеен фиброматериал на двери. Установились на место щитки. Все проклеилось и прокаталось. Приступаем к сборке салона.